схватил! Так не обгоняйте меня, Серёжа! Понял? Понял? Ой, слушай, Рома! Догоняют! Милка, догоняют! Ищи! Куда? Левый борт, а мы... Жара такая, что приходится купаться через каждые 15 минут. Как тут не вспомнишь про Сочи? Облака – это хорошо, потому что в такую жару дневник писать совершенно не хочется, а надо. Мы забрались далеко на север. Полярный круг пролегал где-то на юге. Стояла африканская жара, должно быть, кто-то сглазил погоду. До Олимпиады в Сочи оставалось 223 дня. Загулял ветерок, и на север наведался дуру. Залетел на чуток, рассказал, что идет весна. Из далекой поры будто свежестью чистой пахнуло. По забытой тропой память в прошлое унесла. Тогда на улице сирень цвела, тогда ночная кутерьма звала. Гитары звонны, песни до утра, до утра торопился жить. Тогда на улице сирень цвела, тогда ночная кутерьма звала. Да вот длиннее стали вечера, вечера некуда спешить. Где попало кружил, как умел, так и жил немудрено. От веселых годков далеконько уж умотал. Там остались цветущие липы, зеленые клены. Сирень, распустившись, осталась где-то там. Тогда на улице сирень цвела, тогда ночная кутерьма свала. Гитары звонны, песни до утра торопился жить. Тогда на улице сирень цвела, тогда ночная кутерьма свала. А вот длиннее стали вечера, вечера, некуда сел на чуток рассказать, что идет весна. Из далекой поры будто свежестью чистой пахнула. По забытой тропой память в прошлое унесла. Тогда на улице сирень цвела, тогда ночная кутерьма звала. Гитары звонны, песни до утра торопился жить. Тогда на улице сирень цвела, тогда ночная кутерьма звала. Да вот длиннее стали вечера, вечера, некуда спешить.
Нельзя было Феде петь его любимую песню. Категорически нельзя. Ветерок погулял на славу, а нам одни страдания. С первого дня вся наша команда мечтала о котлетах. И не просто о котлетах, а о рыбных котлетах. И вот наша мечта сбывается. А что может быть круче, чем котлеты, приготовленные с пойманной рыбы? Круче котлет могут быть только рыбные пельмени. Да, Серега? Нет. Русалка. Артист очень нервничает и просит водки. Плыви сколько до тех пор, пока у тебя не наполнится. Погода позволяет. Решено было поэкспериментировать. Когда еще поймешь, что на воде можно, а чего категорически делать нельзя. А сейчас без пояса попробуем, что будет происходить с человеком, который упал за борт вейдерса. Вот Серега упал за борт. Грудь обжимает вейдер, и не сразу вода ломится туда. То есть, тоже не камнем на дно. Каскадеры, как известно, расходный материал, но пока еще живой. Он нам нужен. Будем беречь. Надеваем спасательный жилет. Ну, мы видели, что происходит с человеком, который упал с ката или за борт там, лодки с ремнем, без ремня. И сейчас спасательный жилет. Посмотрим происходящее. Человек падает в спасательном жилете. Я думал, будет сложнее. Можно плавать в этом. Но лучше всего спасательный жилет. Не пренебрегайте спасательными средствами, именно жилетом на воде, ребята. Спасение утопающих на совести самих утопающих. Надел спасательный жилет, родные могут спать спокойно. А как же котлеты? Резонный вопрос. Щука, наверное. Вон гуляет. Щука? Ага, вон, мы. Так, я поднес сфотографирую. Котлеты. На резонный вопрос получаем конкретный ответ. Теперь главное, чтобы спала жара. Холодильника-то нет? Давай. Пусть хочет. Ассистировал Анатолий полотно. Десятка. О! 11 килограмм. 9 килограмм. Десятка точно. Десятка уже была. Десятка. Ну, еще раз десятка. Хорошая щука. Поближе, Вова, поближе. Она вот так плавает в воде. Надо теперь сделать, погляди. Смотри, не бросай. Внимание, смотри. Выдвини руки вперед. Я тоже как бы так фоткаю. А рот открыть. Так, сюда рожу разверни, пасть такую, чтобы... Нет, так масштаб не видно. Нет, она получается у тебя как узкомордая. По-другому немножко возьми. Фотографироваться с чужим трофеем – давняя традиция рыболова. Нет, мелко получается. Это такая игра. Ты знаешь, один уловит, а слава делится на всех. Успех – дело коллективное. Вчера это был борщ, я его варил, и мы вчера его ели. Еще утром был отличный, вкусный. Вот что стало с ним после 2 часов. Стоял не на жире, а в тенечке. Но в тенечке у нас сегодня 32. Так что... Прощай, борщ. А вы говорите котлеты. О котлетах можно только мечтать. А как заманчиво все начиналось. До Олимпиады в Сочи оставалось 222 дня. Сейчас это называется стыковочный рейс. Москва, Нарьян-Мар, тундры Северного Тимана. Только вещички надо самим быстренько перекидать из самолета в вертолет. При этом ничего не забыв и не потеряв. У вас есть разрешение здесь снимать? А? Сколько часов и тысяч километров намотано на вертолетах. Казалось бы, пора привыкнуть к этой винтокрылой машине. Но каждый раз как будто в первый, и невозможно оторвать взгляд от проплывающей внизу земли. Отчего люди не летают, как птицы?
Летели мы недолго. Примерно через час вертушка мягко приземлилась на речную косу. Мы в тундре на берегу удивительной реки. Ой, ой, че ты легкий рюкзак? Давай, возьми. Мой, мой. Вот это самое главное. Как быстро-то разгружаем-то, а? Вот так в древности добывали воду. Вот прилетели на дневку. Сегодня у нас дневка. Меня послали за снегом, будем охлаждать пиво, потому что с завтрашнего дня у нас сухой закон. Шутить изволите, Дмитрий Юрьевич. Так что мы здесь проведем два дня. Шестьдесят седьмая параллель. Мы выше, мы там, где не лазили черти. А живых и здоровых у нас не скорбят. До Олимпиады в Сочи оставалось 233 дня. Ну что, пятница. Тяжелый день. Встали, а такое ощущение, что не ложились. Светло, и днем, и ночью. Сборы, катов и на сплав. Впереди был каньон. Каньон-то впереди. Но до него еще очень много интересных событий. Дичь мы сегодня не нашли, пролетела мимо. Два гуся. Будем варить борщ на традиционной говяжьей тушенке. Тоже вкусно. Добавим колбаски. Отличная вещь. Главное, хватило почти на сутки. Все в одном флаконе. Сначала организовывается быт. Не забыто ничто и никто. Да. Даже о комарах позаботились, чтобы им было не скучно. Наливай масло. Вот. И с икринкой. Да. Такой блесной сейчас всю рыбу поймает. Да, наверное, дай-ка я ее поставлю. Сейчас Китай так мастерски делает, что там написано Франция, например. Но совсем не факт. Рыба-то читать не умеет. Поэтому будем ловить на Китай. Проверено. Дешевый расходный материал. Все. С собой надо, однако. Социализма на севере. Вот там все поразбросано, все брошено. Раньше, видимо, что-то здесь добывали ценное. Но это ценное было настолько ценное, что сейчас никому в голову не придет это ценное здесь добывать. Слава богу, пока мы здесь без промышленности обходимся. Разруха разрухой, но порядок должен быть во всем. Вот так. Пока мы вдвоем с Виталием искали путь к верхнему каньону, свободная дежурская команда исследовала реку ниже по течению. И надо отдать должное, не без успеха. А настоящие герои всегда идут в обход. Как это вам понравится? Комарики и... На воздушном шарике. Хотим в тундру. Хотим в тундру на ветерок. Иначе смерть. Как водится, мы слегка заблудились и сделали небольшой крюк. И не потому, что тундра качковатая, идти по ней одно удовольствие. Просто пошли по солнцу, а надо было банально по старой тракторной дороге. А вот и каньон, красота. Нам туда, вниз, и там, надеюсь, будем рыбачить. И не важно, что там пишет Зигмунд, наш летописец, в своем блокноте, мы пока без рыбы. Ну, рыбацкая фортуна дала кому семушку, кому хариусу. Я на сегодня удовлетворен, как говорит Рома. Есть рыба? Рыба есть. Рыба есть, еще как есть. И какая? И на нашей улице теперь праздник. А что ушла, так это даже неплохо. Отпускать не надо. Уходим дальше по каменному лабиринту каньона.
рыбалка. Речка просто волшебная. Три заброса. Первый заброс кумжа, килограмма на три. Второй семга, килограмм на пять. И хариус, килограммовый. Вот, посмотрите. Крюша. Первый голод утолили. Соскучились в пыльном городе по нормальной рыбалке. По чистому воздуху и прозрачной воде. По комарам, наконец. Возвращаться решили прямо по руслу. Ба, Юрич навстречу. Совсем один и без рыбы. Короткий брифинг. Обошлись без кофе-брейка. Apple juice. Не поверите, там яблочный сок. Единодушно пришли к выводу, что речка супер. И не зря мы сюда так стремились. Каким перцем? Включил. Ну, этим уже мы посыпали. Еще можно немножко красненьким. Он просто для красивого цвета. Это паприка, не острый перец, а такой. Гурман? Одна. Ну, красная рыба, лучше ее красную. Да. Тем более, ты в красной кепке. Черную рыбу, черный перец. Вот самый апофеоз рыбалки. Посмотрите, разве это некрасиво? Рыба очень вкусная. Свежая. Свежая, свежепойманная. Пойманная всего полчаса назад. Обратите внимание на расстояние между рыбками. Ждем поджаристой корочки. Вот мы приедем домой и будем смотреть это видео и будем слюнями истекать. Не только мы. Друзья мои, нет слов, какими можно было бы выразить это прекрасное состояние за любителей природы, за нас с вами. Тост был краток, подобно полету тяжелой блесны, ибо погода начинала портиться, как и обещали нам в небесной канцелярии. До Олимпиады в Сочи оставалось 232 дня. Вечер прошел в воспоминаниях весело и непринужденно.
Оказывается, человек пускается в странствие по свету исключительно для того, чтобы тосковать по любимым. И мы сейчас просим прощения у всех, кому даем повод для грусти. С обещаниями вести себя хорошо, быть паиньками и ничем не огорчать любимых стартуем. Река подхватывает наши катамараны. Мелко, но идти можно. Конечно, мы ищем и ждем Семку. За ней, собственно, и забрались в такую глухомань. Но это был всего лишь Хариус. Зато какой. Почему рыба так извивается? Целоваться не любит. Да и к чему такие телячьи нежности? Поймал, прояви великодушие. Отпусти. Или пожарь. У каждого в нашей команде припасены свои кулинарные секреты, чтобы удивлять друзей. Гривов, смотри, какая красота. Красота. Может быть, поменяем повара? Может быть. Да. Значит, где-то, говоришь, щучка-то. Да вон щучка. А почему вся красная рыба? Это не важно, что ты поймал и на что поймал. Если любую рыбу смешать с красным перцем, жареная она будет похожа на семгу. Перчик? Перчик. Красный перец. Пользуйтесь красным перцем. Это рекламный слог. И будете есть дома красную рыбу. Без проблем. Ну, немножко будет острое.